В Казахстане начались клинические испытания отечественной вакцины от COVID-19. В них принимают участие здоровые взрослые добровольцы в возрасте от 18 до 50 лет. В первой фазе исследования, определяющие безопасность вакцины, принимают участие 44 добровольца, не переболевших коронавирусом и не имеющих антител. Во второй фазе, направленной на исследование иммуногенности, запланировано участие 200 желающих. В научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности поступило 688 заявлений от граждан страны. Вице-министр образования и науки выразил благодарность всем за оказанное доверие. Напомню, 31 июля Всемирная организация здравоохранения включила казахстанскую инактивированную вакцину от коронавируса CAS-COVID-IN в перечень кандидатных вакцин, допущенных к клиническим испытаниям. Семеро разработчиков во главе с директором института первыми ввели себе препарат. Результаты анализов показали, что у всех выработаны антитела к вирусу, сотрудники здоровы и продолжают работу в рамках научно-технической программы.